Картина основана на трех произведениях Юлиана Семенова, рассказе «Нежность» и романах «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен». В первом романе Исаев успешно раскрывает дело о хищениях из Гохрана в трудные 1920-е годы, второй рассказывает о внедрении молодого разведчика в белогвардейское движение в Дальневосточной Республике. Здравствуйте, дорогие подписчики, или просто зрители моего канала. Представляю вам свой видеоролик «Ушедшие актеры» из сериала «Исаев», вышедший в 2009 году. Всем приятного просмотра. Мезенцев Александр Валентинович. Родился 28 августа 1951 года, скончался 12 июня 2015 года. Роль Глеб Иванович Бокий. О причинах смерти актеров в СМИ пока ничего не пишут. Похоронен на Троекуровском кладбище, участок 19А. Лахин Юрий Николаевич. Родился 23 июля 1952 года, скончался 27 января 2021 года. Исполнил роль Павла Константиновича Прохорова, председателя Ревтрибунала. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Похоронен на Перепечинском кладбище. Ульфса Клембет Юханович. Родился 4 июля 1947 года, скончался 22 марта 2017 года. Исполнил роль Артура Ивановича Неуманна, начальник политической полиции в Эстонии. Причина смерти от рака. Похоронен на лесном кладбище рядом с родителями. Тыну Аав. Родился 21 января 1939 года, скончался 14 августа 2019 года. Роль Ганса Акс. Соловьев Виктор Юрьевич. Родился 29 сентября 1950 года, скончался 4 октября 2020 года. Роли в планов. Иванов Вячеслав Владимирович. Родился 18 мая 1955 года. В конце мая 2012 года Вячеслав Иванов получил смертельные травмы на автостоянке на Хорошовском шоссе, 96, когда проверял спиннинг и случайно зацепил высоковольтную линию. Актер получил ожоги 90% поверхности тела. Он был госпитализирован в городскую клиническую больницу номер 36. Скончался через 12 дней 6 июня 2012 года, не приходя в сознание. Семисынов Олег Александрович. Родился 29 декабря 1966 года, скончался 30 апреля 2015 года. Роль Африкан Абрамович, извозчик в Можайске. Как стало известно, смерть наступила из-за цирроза печени. Похоронили Семисынова на Новолюберецком кладбище. Томас Криен родился 15 мая 1959 года, скончался 26 августа 2018 года. Роль сержант-полицейский. Тына Микивер. Родился 2 августа 1943 года, скончался 21 марта 2017 года. Роль подмигивающий охранник. Малков Вячеслав Михайлович. Родился 4 февраля 1955 года, скончался 29 марта 2010 года. Роль председатель суда. Арташонов Игорь Геннадьевич. Родился 17 марта 1964 года, скончался 18 июля 2015 года. Роль Аполлинер Прибылов. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Похоронен на Троекуровском кладбище. Утебергенов Ментай Смагулович. Родился 7 августа 1946 года, скончался 5 января 2016 года. Роли Ц. Увама, глава японской разведки. Проховщиков Александр Шалович. Родился 31 января 1939 года. Роль генерал Молчанов в ночь 15 апреля 2012 года в Москве на 74-м году жизни скончался в московской больнице. Причиной смерти артиста стала болезнь сердца, вызванная сахарным диабетом. Похоронен в селе Рождественно-Мытищинского района Московской области, рядом с матерью и отчимом. Шаховцов Сергей Алексеевич. Родился 5 сентября 1961 года, скончался 30 июля 2018 года. Роль генерал Табаков. Причиной смерти Сергея Шаховцова стала остановка сердца. Похороны прошли в родной станице спокойной. Бронников Андрей Андреевич. Родился 8 ноября 1951 года, скончался 5 июля 2015 года. Роль полковник Бахнов. Меркуриев Петр Васильевич. Родился 17 июня 1943 года, скончался 27 сентября 2010 года. Роль заведующий отделом рекламы. Причиной смерти от тяжелого онкологического заболевания. Похоронен на литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге. Авшаров Юрий Михайлович.
родился 22 декабря 1937 года, скончался 29 января 2010 года. Роль Рувим похоронен в колумбаре Ваганьковского кладбища, стойка номер 7. Аблязов Александр Адильшевич, родился 26 мая 1960 года, скончался 6 января 2020 года. Роль Евзерихин. Щегурица Олег Владимирович, родился 25 марта 1973 года, скончался 14 октября 2019 года. Роль адъютант Семенова. Смедович Петр Глебович, родился 16 июля 1953 года, скончался 5 ноября 2019 года. Роль Шребер. Маргулин Феликс Яковлевич, родился 9 октября 1938 года, скончался 14 апреля 2014 года. Роль распорядителя ипподрома. Михайловский Владимир Менделеевич, родился 23 апреля 1938 года, скончался 8 марта 2020 года. Роль первый артист. Хромушкин Валерий Георгиевич, родился 12 января 1956 года, скончался 17 октября 2012 года. Роль Сергей Дмитриевич Стрелков. Перелыгин Сергей Юрьевич, родился 13 февраля 1964 года, скончался 27 июня 2008 года. Роль пьяный командир-артиллерист. Игорь Неупокоев, родился 25 мая 1961 года, скончался 17 сентября 2020 года. Роль третий филер. Григорюк Виктор Иванович, родился 25 апреля 1944 года, скончался 16 января 2020 года. Роль служащий в Хабаровске. Илья Баскевич, родился 17 ноября 1956 года, скончался 15 октября 2012 года. Роль эпизод. Власов Виктор Васильевич, родился 16 сентября 1953 года, скончался 22 августа 2019 года. Роль эпизод. Ершов Владимир Владимирович, родился 14 мая 1958 года, скончался 2 октября 2014 года. Роль эпизод. Иванов Юрий Иванович, родился 26 октября 1951 года, скончался 18 октября 2019 года. Роль эпизод. Херардо Контрерос, родился 16 апреля 1940 года, скончался 1 марта 2009 года. Роль эпизод. Ницыенко Леонид Александрович, родился 20 января 1944 года, скончался 20 декабря 2009 года. Роль эпизод. Очаговея Эмилиано Лоренцович, родился 24 мая 1945 года, скончался 7 февраля 2016 года. Роль эпизод. Поздняков Виктор Егорович, родился 12 марта 1941 года, скончался 19 августа 2015 года. Роль эпизод.